Добрый день. Давно хотел сделать видео на Aspire Atlantis, но все никак у меня руки не добирались. Вот он, красавчик. У него очень хороший воздуховод, это самое большое открытое, поменьше, чуть еще меньше и самое маленькое отверстие. Очень интересная штучка. Здесь стоит койл 0,5 Ома, то есть уже большое производство пара. Вот это вот койл Атлантиса, если мы сравним с койлом Наутилуса, может быть, видите, не видите, но он совсем маленький. Построение у него такое же абсолютно, как и Наутилуса, силиконовая вставочка, на которой садится стеклышко, держится за счет внутренней трубочки и атомайзера, сменный дриптип. Можно любой тип поставить на него, в принципе, без разницы. Как он парит? Парит он для меня больше всего нравится парить на 30 ваттах. Вот я на IPv2 его парю. То есть я его парю исключительно в легкий напрямую, 30 ватт, жижу я примерно делаю где-то 3 миллиграмма никотина, чтобы не сильно удар по горлу был. Мне очень приятно и вкусно. На нем написано Aspire вот здесь. Дело в том, что как только я его купил и попробовал, человек, который курил, попробовал его тоже и бросил курить. Поэтому я у него его долго не забирал, мне пришлось заказать такой же, только этот Китай, а этот оригинальный. Разница между ними — надпись Aspire вот здесь на китайском, естественно, ничего не написано ни снизу, ни сверху, но он один к одному. Единственное, что мне не нравится у китайского, то что да, щелкается воздуховод, также крутится, но крутится немножко посвободней. И иногда у меня бывает пропадение с... Вот и не заметил. Нижняя часть у меня почему-то окислилась. Из-за этого, видимо, у меня соединения не было. То есть, если его почистить и поставить, наверное, будет работать. Да, серьезно. Скоро у меня появится Kanger Subtank. Он уже у меня в почте лежит, но просто надо съездить его забрать. В целом, атомайзером очень доволен. Для начинающего это очень удобно. Просто поменяв койл, вы можете производить большие клубы дыма. Пардон, пара. То есть, даже сравнивая, допустим, вот данный девайс и атомайзер, который закапывается, RDA, ну, весьма схоже. Так что всем советую, пока не попробовал Kanger, но Kanger, говорят, немножко получше. Чуть позже сделаю видео, посмотрим. Этот атомайзер мне обошелся примерно где-то в $38. То, что я заказал с Фастека один к одному, обошелся примерно где-то 15. Ждал я его неделю, все пришло. Но, честно говоря, на настоящем, не оригинале, парить гораздо лучше. Поэтому пока рекомендую. Кстати, помимо того, что вот эти койлы идут, которые в пачке идет один койл установленный и один койл запасной, а также запасное стеклышко, которое просто вставляется. Aspire сделал еще также койлы для этого танка не 0,5, а, по-моему, 1,2. Ну, почему-то мне не понравился, когда я попробовал. Не совсем то же самое. Естественно, на меньших ваттах, там, по-моему, написано 12-25 ватт на них вместо... Это китайский. Вместо 25-30, да, вот он.
А здесь написано 20-30 ватт по лому. Вот маленький у меня лежит. Еще запечатан. Вещичка хорошая. Жидкость единственная, есть особенно мало никотина, я как-то скурил этот 2-миллиграммовый, 2-миллилитровый или 2,5 здесь миллилитра, где-то буквально минут за 10. То есть, если никотина нет, будет очень быстро уходить жижа. Побольше никотина, подальше покурите. Все, спасибо.